Я фотографирую свадьбы уже 7 лет. Каждый раз, отдавая новоиспеченным молодоженам фотоматериалы, я представлял, как они будут пересматривать их долгими зимними вечерами. Я радовался от мысли, что каждая супружеская пара будет смотреть свою свадьбу через год, два, пять, 10 лет и видеть себя такими же влюбленными и счастливыми. Я представлял, как вместе со своими детьми, а потом и со внуками, они будут смотреть фотографии и вспоминать тот день. Я считал свою миссию важной. Но сегодня я случайно наткнулся на статистику, которая развеяла все мои иллюзии. Я узнал, что в нашем городе на 100 образовавшихся брачных союзов приходится 95 расторгнутых. Это значит, что из 100 сделанных мною свадебных фоторабот будут нужны только 5. Остальные 95 будут выброшены или сожжены в порыве бракоразводного процесса. 95 из 100 рождены мною, чтобы умереть. 95 из 100 брачных обетов произнесены на ветер, как ложь, как недоразумение. Теперь и вся моя жизнь стала недоразумением. Все мои камеры, штативы, моя работа по ночам. Все это бессмысленно. Сохраняя одну семью, вы сохраняете жизнь одному фотографу.